с Яном ты в итоге ссоре решилась? Вы сейчас лучшие друзья или пока что нет? С кем? С Яном не помню чем. Там же он когда-то ботинок какой-то кидал, я помню. Как эта история? Чем она А мы закончилась? никогда с ним не ссорились, потому что по мне бросание ботинком это не повод поссориться. Ну, мало ли кто куда ботинок кидает. Тем более он в меня никогда его не кидал. А, то есть это Все в отличная будущем, тема. все в Такая будущем. подробность, да, Все еще в неожиданно. будущем. Даже То есть мало ничего, того, все что понятно. ботинок кидать не проблема, так он еще и не кидал, да? То есть вообще все. Вообще замечательно. Ну здорово, здорово. Меня Это просто не все равно пустят. как... То есть у вас был когда-то эфир и вас, и Яна одновременно? Такое Да, было? был. И что, канал-то пережил, да? Все было мирно, тихо и спокойно. Мы в эфире вообще? Да, А. конечно. А как? Знаешь, мы Все эти, говорим, такие Ян, панчи как подожди, бы все эти заготовили. 5 часов мы были в Да, эфире. заготовили такие Панчи основные панчи уже заготовили. пошли, уже можно. Саша уже Уже ушла с использовали, а Тёмой. уже, да, уже, то есть, свет уже выключили, как бы, да, уже так. Уборщица пришла. Уборщица, да. Привет, Евгений Ильгизович, он вообще. Ой, я в шоке вообще. А, окей. Я ожидал скандала. Ты Потом не ролики готовишь? нарезать там, не Да. помнящий Хамид Бареева или Бареев там что-нибудь, ничего. Как лучшие друзья анализировали варианты, и все закончилось Серьезно, да? просто. Да. Кошмар. Кошмар. Скукота. Скукота. Скукота.